Что ты мне подаришь летом? Много солнечного света, в небе радугу-дугу и ромашки на лугу. Что еще подаришь мне? Лето подарит ивантеевским школьникам насыщенную программу дневных лагерей. В 7-й школе торжественная линейка начинается с построения и расчета. У каждого отряда есть командир, а честь поднять флаг предоставляется только отличникам. Направленность лагеря «Салют» патриотическая. В течение смены к ним в гости придут юнармейцы. Но я вам, ребята, обещаю уже с завтрашнего дня хорошую погоду. А в понедельник вы уже придете все в маечках на лямочках. И будете, как всегда, здесь у нас отдыхать, загорать, заниматься спортом, заниматься другими какими-то интересными делами, участвовать в различных конкурсах, как в наших вот лагерных, так и в городских. И, как всегда, принесете мне... кубок. Ученики с 1 по 4 класс, всего 75 человек, разбиты на 3 отряда и перемешаны, чтобы старшие помогали младшим. Большинство детей возвращаются в школьный лагерь каждый год. Я жду, чтобы было много лучших друзей, веселья, чтобы все дружили, все играли вместе и веселились. Хорошее настроение наших добрых учителей, ну и не скучать. Раз в неделю мы будем ходить плавать. Вот. Также мы будем ходить в наш кинотеатр «Гагарин» обязательно, да, для развлечения детей. Каждый из воспитателей приготовил замечательные, увлекательные кружки, которыми дети будут заниматься, да, и которые потом на память оставят себе то, что они сделают собственными руками. Ну и надеемся также приглашать к себе спектакли, различные сказки. Будем также сами ходить на экскурсии в нашу городскую библиотеку, в музыкальную школу. Отдых будет разнообразным. Надеемся, что детям понравится. С 8 утра до 5 вечера во всех 7 школах города и в Олимпе. Родители оплачивают только 10% от стоимости путевки. Остальное город берет на себя. Школьные лагеря охватывают 625 детей, а летняя смена завершится 29 июня.